Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и Final Fantasy VII Ever Crisis вышла наконец-то на мобильной платформе, и мы можем с легкостью погрузиться в эту RPG, но, к сожалению, вот на английском языке нам тут вещают, возможно, в настройках можно поменять язык и будет русский. Я с игрухой ознакомился первоначально еще на PlayStation 4, и это что, прям такой графон будет? Я, насколько помню, там все в изометрии было. Так, по-моему, это будет графон, пацаны. Выглядит недурно. Но, опять же, не стоит офигевать, потому что сама сюжетная часть у нас будет немного в другом виде выглядеть. Ох, вот этого чувака я помню, да. Сейчас он нам должен надрать задницу, насколько я знаю. Так, выбираем атаку. И... Феррага от... Плюс-плюс, короче. Давай. То есть, смотрите, у нас здесь имеется энергия. Ходить мы никак перемещаться не можем. Только атаковать вот этими различными способностями. Уклонения, кстати, тоже никакого нету. Не, ну однозначно, судя по тому, что у меня не так много здоровья, давайте-ка вот, вот эту атаку используем. Офигеть, он, то есть, может еще и парировать? Обалдеть. Не, ну слушайте, это реально графоний. Игруха весит, насколько я знаю, чуть больше 2 гигабайт. И такой графоний будет только в схватках, пацаны. В 7-ю часть, я напомню, играл на своей PlayStation 4 Slim, и графоний там выглядел очень круто. Так, это кто-то еще у нас появился, да. Я Зака не знаю, но там несколько персонажей. Есть Тифа, есть подруга, которая у нас цветочками торгует. Так, выбрали. Ага, он своего рода типа пополняет здоровье, что ли. И ждем опять суперспецатаки. Давай-ка попробуем его заморозить. Но насколько я помню... В 7-й части в начале нас все-таки побеждает вот этот вот Сефирот. Давай вот эту атаку. Ты тоже сейчас отобьет ее или нет? Ну, у него очень медленно здоровье отбавляется. Так. Немножечко катсцен. Ну, слушайте, выглядит добротно. Играю я, напомню, на iPhone 13 Pro Max. На iPhone 15 Pro должен будет выйти Resident Evil 4 и Resident Village. Вот это просто для меня грандиозная какая-то новость была. Но, к сожалению, там только 30 кадров будут. Но зато, думаю, что стабильные 30 кадров. Опять же, это консольные проекты в вашем смартфоне. Кто пропустил выпуск Mobile Game News, где я как раз делился всей этой инфой, обязательно посмотрите по всплывающей подсказке вверху экрана, либо... конечной заставке. Ну а у нас вроде бы бой как-то завершился, да? И тут у нас Final Fantasy Ever Crisis. 7-я часть. Самая, по-моему, крутая была среди всех, потому что персонажи более такие узнаваемые. Особенно Тифа с этой подругой, которая цветами торгует, я не помню, как ее зовут. Не фанат, не ругайте, хотя можете ругать в комментариях, будет активность. Также, кто ознакомился с данной игрой, обязательно пишите свое мнение в комментариях, ждали ли вы или не ждали. И вот эта подруга, вот тут уже у нас картинка непосредственно с PlayStation. Я помню этот фрагмент. Красивая девочка, красивые зеленые глазки. И что-то у нее, по-моему, сейчас тоже произойдет неприятное. Да, это прям вот... кат-сцена с PlayStation'а. Бедная девочка уронила все цветочки. И последний сейчас цветочек кто-то по... нет, не поднимет, к сожалению. Помяли твари. Эх. Был на Игромире, и там косплеерша была вот прям похожая на нее. Вообще, верните нам Игромир! Ну или какое-нибудь мероприятие, на которое можно будет съездить, поиграть в различные новинки и так далее.
Но, кстати, хочу сказать, что наши разработчики начали потихонечку уже активизироваться и удивлять своими проектами. Да, они больше связаны с Русью, с Россией. И тот же, например, Atomic Heart от Manfish. Это прям, я считаю, шедевр. Хоть я его и не прошел, но мне очень игруха нравится. На стриминговом канале вы опять же можете ознакомиться с моим прохождением, как я там умирал, как меня бомбило. И вот это вот все, кстати, было прямо на самой плойке. То есть у нас здесь сюжет седьмой части. Но графа именно в режиме кампании будет слегка урезана. И сейчас, наверное, будет самый первый бой против этих солдат. Сейчас посмотрим вообще, как будет реализовано прохождение игры. Такие киберпанковые они. Типа, чё здесь произошло, а? На нафиг, хоть! И другая бабища ему, на, в солнышко. Вот они, красавчики. Бродяги какие-то непонятные. Ну а где самый главный персонаж? О! Наш здоровяк. Не, а где? Где этот? Барат его зовут. А это у нас... Ну надо же было сделать эпичное супергеройское приземление. Типа церковь какая-то. И вот истинная графа, которая здесь будет. Ну слушайте, выглядит прикольно. Так, а как мы будем перемещаться? Ага, как в стратегиях. Блин, они реально, походу, все реализовали, как в основной части. Блин, красавчики. То есть у нас будут бои выглядеть эпично, а перемещаться по локациям мы будем вот как-то так. Так, чувак там пошел на шухере стоять. Я? Чё там? Чё надо сделать? Да, даже, скорее всего, текст тут прям с самой игры. Play info. А чё как насчет с настройками вообще? Нормально, нормально, короче. У меня пока претензий нет никаких. Интересно, как будет донатная составляющая здесь выглядеть, потому что игруха free-to-play. Либо, скорее всего, дойдя до определенного уровня, дальше проект попросит вас все-таки задонатить. Посмотрим на это в будущем. Пишите, конечно, свои мысли тоже в комментариях. Так, Райт, чего-то все, короче, ответили. Погнали! Я-то могу уже перемещаться, нет? Ну чё ты какой долгий, а? Конечно, все это добро можно пропускать, но я этого делать не буду. Мне хочется посмотреть, насколько здесь все вот это добро реализовали. Чё там, мы будем с кем-то уже сражаться? Чё ты встал? Давайте попробуем пропустить все-таки. Во, и вот таким образом мы будем переходить уже в битву. Здесь у нас еще подключается Барретт. То есть мы можем... Выбирать еще противника. На тебе, тварина. Все, развален. Они сами атакуют. А мы переключаться сможем, нет? А, все. Короткие бои. Клауд. Ну, я все понял, что мы победили. Какую-то валюту получили, которая пригодится нам, скорее всего, для прокачки. Ну, чего, валим дальше, мужик? Ну, персонажи прикольно сделаны. Я понимаю, почему именно так у нас выглядит сюжетка. Для того, чтобы экономить место на мобиле и ресурсы. То есть, можно было, возможно, перенести всю игру на мобильную платформу, но все-таки имеются ограничения, да и плюс все-таки фри-то-плейная она будет. Итак, у нас следующая схватка. Давай, нормуль. Здесь, конечно, очень важные моменты нам пишут, которые я не знаю. Блин, бодренько она выглядит. Все, развалин.
и локации достаточно сочно выглядит. Я не понимаю, почему разработчики не перенесли хотя бы урезанную игру на мобилке. Добротно же выглядит. Чё вы жадничаете? Так, ладно, перемещаемся дальше. Блин, я постараюсь, конечно, для вас референс добавить, как выглядит непосредственно игруха на моей PlayStation 4. Я, как из Бэтмена Arkham Knight, офигевал от графония. И думал такой, это серьезно? Это точно на моей старой плойке 2013 года? Так, я могу туда, да, идти? Насколько я знаю, мы в конце будем против какого-то меха бороться. Давайте пропустим это добро тоже. Музлишко такое напряженное. Скорее всего, тоже из оригинала. Да, вот где-то здесь мы сейчас вот спустимся вниз. Куда побежал? Давай сюда. Сюда, я сказал. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Да, сейчас нам надо будет очень много перемещаться. Не, блин, они все локации пририсовали. Могли бы сделать и вид от третьего лица, как это было непосредственно в ремейке. Да, он весил бы гигов 50, скорее всего. Блин, а на бары-то я что, не могу переключиться, что ли? Ну-ка давай. По-моему, вот здесь сейчас должен появиться Босяцкий. Все, next, next, next. Давай, валим дальше. Блин, как в Резиденте старом добром. Так. Голубые кристаллы какие-то. Давай сюда. И очередная схватка! То есть это у нас своего рода пошаговое RPG, где у нас энергии, как и в Brawl Stars набирается, или в Clash Royale. И после мы только можем атаковать. Сюжет, конечно, интересный в игре, поэтому лучше его не пропускать. И, конечно, было бы классно, если бы появился русский язык. Причем игруха официально вышла в российском App Store, но вот русского языка здесь не добавили. Во, реактор, который у нас в конце должен взорваться. И здесь сейчас должен появиться как раз-таки робот. Ну или мех. Они что-то там базарят, типа надо его уничтожить, я это сделаю, а вы все валите. Он закладывает, короче, бомбу. И сейчас... Открой свои глазки. Это нормальный реактор. Слышь, все нормально? Давай, 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 давай. Во, ща появится Босяцкий у нас. Ну, чуть-чуть урезана, конечно, сюжетка, хочу сказать. Потому что, когда я играл на PlayStation 4, там значительно дольше я до этого момента и до этой схватки шел. И, конечно, Босяцкий там был сложнее. Но все же хочу выразить респект разработчикам. Но, опять же, кто знает, может сейчас я босса завалю, и у нас появится такое окошко, где хочешь продолжение? Купи игру! Или купи его! Пока выглядит добротно. Но вот жаль, нет переключения между персонажами. Вот я бы хотел, например, готовиться какой-то лазер. Ну давайте, фигачьте его. Он готов применить суперспецатаку. Ага. Ох ты, меня поджарили. Есть у нас защита. А, это, короче, переключение
режим защиты, например, либо режим атаки. Давайте на атаку, короче, переключаемся. На тебе! Шикарно, шикарно. Ну, графически очень даже бодро выглядит. Плюс, смотрите, у нас, скорее всего, будут какие-то комбинации вместе с моим компаньоном. Так, типа оглушение, я так полагаю. Давай. Быстрее, мне кажется, энергия набирается, пока он в этой фазе находится. Мне главное не пропустить, когда он захочет атаковать меня лазером, и вот не успел я переключиться на защиту. Давай, давай, давай. Блин, графически круто выглядит. Сразу друг за другом они атакуют, и наконец-то у него здоровье до красной отметки добралось. То есть он атакует, но не так сильно, конечно. Блин, мне бы жизни восстановить на самом деле. Именно себе. Давай, 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 давай. Во. Давай себе восстановим жизни немножечко. А то он меня иначе развалит. И надо бы еще восстановить. Опа! А я вовремя, вовремя включил защиту. Все. Развален. А теперь надо валить отсюда, потому что сейчас здесь все взлетит на воздух. Музончик такой бодрый. Чем-то мне напоминает музыку в тех играх, где нам надо бежать. Подожди, подожди, подожди. А, Клауд, что со мной? А, он сейчас ей поможет, и мы убежим, да? Мой герой, твой геморрой. Так, одна минута осталась. Давайте, давайте, пацаны, бегите. Бегите быстрее. Да, здесь очень урезана сюжетка, и, например, нам не надо, сломя голову, бежать по всей локации и выбираться. Более все сокращенно. Остается буквально 10 секунд. И сейчас произойдет взрыв. Подруга, ты чё падаешь-то? Ноль. Сейчас будет эпичный взрыв. Блин, реально музло такое прям из Дэнди. Итак, это наша карта, да? Story Selection. О, у нас здесь несколько, короче, частей. То есть это вот основная у нас сейчас была Final Fantasy VII. Далее Crisis Core. Нужно будет загрузить еще 2,8 гигабайта. Итак, по-моему, это у нас какая-то тема, связанная с лутбоксами. Сейчас посмотрим. Или просто тренировочная какая-то... Да, скорее всего, это тренировочная арена. А я сначала подумал, что сейчас из пола вылезет какой-нибудь лутбокс. И что-то произойдет. Так, мы сейчас будем сражаться против этого монстра. Самостоятельно или как? О, парирование. И смотрите-ка, у меня, по-моему, улучшился костюмчик. Семь, много-много, короче, урона нанес этому засранцу. И теперь... А, ну да, все верно, это лутбоксы, и я вижу вот эту подругу. Как ее там зовут, я не помню. Итак, тапните. Вы открыли палку. Вы открыли... Какое-то оружие. Вы открыли... Меч. Короче, да.
Вот куда у нас будет уходить донат. На всякого рода косметику. Но мне, конечно, больше всего хочется посмотреть уже на барышню. И вот, наверное, она будет, да? Нет, она должна быть в золотом кружочке. О, кому-то рука или опять это оружие какое-то. Перчатка. И вот она. Заодно вспомню, как ее зовут. Вайзер Стеф. Пятизвездная. Ну, пока неплохо, пока неплохо. Лучше, чем First Soldier. Королевская битва, которая, к сожалению, или, может быть, к счастью, закрылась. О ней я рассказывал в топе мобильных игр 2021 года. Кому интересно, можете ознакомиться по конечной заставке. Итак, нам предлагают выбрать вот этот вот меч. Здесь вы можете оптимизировать, улучшить, скорее всего, его, да. Критические показатели или крит улучшен. Конечно же, награды за ежедневное вхождение. Куча наград. Куда без этого? 5 миллионов загрузок, что ли? Да, офигеть, 5 миллионов загрузок игры. Пацаны, это очень круто. А, ну я же предрегистрацию проходил, поэтому мне сейчас куча ништяков, скорее всего, закинут. Пятизвездное оружие. А также, скорее всего, персонаж, да? Блин, локаций сколько здесь будет? Типа, выберите или нет? Просто нас, короче, оповещают. Ладно, ивент инфо, ё-моё, компания, сколько всяких активностей здесь. Конечно же, приобретите 200 кристаллов и сможете забрать больше. Так, story мод нельзя выбрать. Видимо, основную кампанию нужно сначала пройти, а потом будет все доступно. Так, мне очень интересна вкладка сеттинг. И если у нас здесь изменить язык. Блин, к сожалению, только английский, походу. Но смотрите, я вижу, что все реально как бы бесплатно предоставляется. Единственное... Надо будет, скорее всего, для участия в той или иной миссии как-то прокачиваться, чтобы она была доступна. То есть, видите, рекомендуемая сила, я так полагаю, 2300 должна быть, чтобы поучаствовать во втором эпизоде. И там мы будем играть в основном за Клауда. Короче, пока неплохо, буду изучать, и, возможно, игра войдет в топ мобильных игр 2023 года. Ну а вы, если не хотите пропустить этот топ и множество других... интересных роликов касаемо мобильных игр и вообще мобильного гейминга, потому что я иногда и про различные устройства рассказываю на своем канале и снимаю игровые тесты этих устройств, так что подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и, конечно же, пишите свои мысли в комментариях. А на этом у меня все, с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер, всем пока!